Добрый вечер, дорогие друзья! Групповой этап второго мажор ранкинса к зимнему мажору. Сегодня у нас сталкиваются такие команды, как Armenian Connection против э, знаменитых чемпионов проекта в лице Diamonds. И сегодня мы будем наблюдать, ну, такое интересное столкновение. Естественно, для всех уже очевидные фавориты есть, но все же будет интересно посмотреть, что же смогут противопоставить чемпионам. А комментировать для вас данное противостояние буду я, Гений, мой напарник майор Кэмэл, и за картинку отвечает Дмитрий Сетсмайл. Привет, Дэн. Да, привет, Дася, привет всем, здравствуйте, господа. Ну что, мы начинаем, начинаем, начинаем в таком вот э, кружевном танце, наверное, если правильно так можно выразиться. А, правильно сейчас э, Гений сказал... То, что против такой вот команды, да, Diamonds играют, действующие чемпионы так и есть, играют против Armenian Connection. Я бы сказал, то что если бы это был бы прошлый состав Diamonds, которые взяли Sabre Major, да, здесь было бы уничтожение, похороны, унижение, вот в таком плане, то есть Armenian Connection бы просто, я думаю, ничего бы не смогли сделать, но как мы видим, Даймонс немного обзавелись новыми игроками. И не буду делать поспешные выводы, хочу посмотреть на Ксиа, на э, Левушку. Вот как они э, сыгрались с э, действующим составом. Да, состав однозначно перспективный. Молодые игроки добавились. Решла, решафлы достаточно интересные. И будет интересно посмотреть за этих ребят, потому как я думаю... Дойдут они в этом турнире очень далеко, и я уверен, что будут в финале бороться с какими-то токсиками, возможно, от кимпоинтерс за ту самую кислоту. Ну а пока что уже 1-0, э, вырываются вперед Даймондс, и пока что идет дело до накопления овердрайвов, с которыми они уже вместе смогут зайти и попытаться что-то увести. Ну, бодрое начало, кстати. Играют э, оба коллектива зеркальными сетапами. Пока что... Не сказать, что Armenian Connection особо как-то жмутся, они даже могут отвечать и пока что даже находятся под респами своих противников. Ну кого тут, да, можно сразу же выделить. Бультерьер где-то мелькал, не помню где девайс, знаю, лайт не знаю, кто это, знаю, Нора и капитана команды Армян. Это кто, как он там сейчас подписан? Я знаю, то, что это в прошлом Аскер. А сейчас ну, он да. подписан. Что... Наверное, молния Маквин был в прошлом зоне. Сейчас да, я Да, вот, подписан. да, да, да. Молния Маквин. Молния Маквин. А сейчас я найду, пока повесели народ. А я повеселю, потому что у нас тем временем уже 2-0, и Э, все равно бультерьер запушил респы противника, но опять-таки в соло он ничего не сможет сделать. Левушка тем временем забрал овердрайв, прожав при этом свой и сохранил. И находится уже под респами противников на своей тесте, на которой он сейчас вместе с Бриллом там будет заниматься троллингом. И возможно у него есть все же шансы на то, чтобы зайти, потому как форс убивает девайса и Левушка остается один. Но все же не спешит он заходить. Э, потому как не хватает ему хп, ну вот он дождался аптеки, уже дернул в сторону центра. Бриланд на встрече будет подбирать. С обратной стороны э, Диксон попытался ему прям шать, но все же Бриланд э, подхватывает флаг и уже доставляет. Тем временем до Шуля дергает очередной, но опять-таки хп уже не так уж и много. И он видит уже, что ситуация для него потеряна, сбрасывает заранее флаг. И пока что 3-0. За 3 минуты очень ярко. С обратной стороны Лайт попытался дернуть, но опять-таки Даймондс очень эффективно отыгрывают э, дефом, и пока что показывают, что их база не прорывная. Да, так и есть, по факту. А, что ж, я, кстати, узнал по поводу молнии Маквин, да, 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 так и есть, он сейчас здесь, ник он и не менял, вот, поэтому... Поэтому все, он сейчас вот собрал составчик себе и играет, если не ошибаюсь, до этого, Молния Макмин был капитаном, то ли участником команды Гондурас, да, знаем мы таких, у них такая H была нарисована в логотипе. И душат, прям душат конкретно, спаун, да, ты видишь вообще, что происходит, и Лайт, Диксон просто бежит с базы, посмотри, он просто бежит с базы, пацаны, не трогайте меня, пожалуйста, тут Шарик Кареса, Диксон... Сам уничтожается, но и сосульку убивает Бриллан. Так как ты считаешь, это достойное использование ультимативной? Да, будет, почему нет? Ну да, реально. Да, Левушка уже не спешит на заставку, потому как видит Бультерьера и Нора под респами. Но опять-таки, ХП у них очень мало, форс еще. Так, на верочку запускает шарик, который. Как говорится убил все шансы, которые могли которые имели команда Armenian Connection на хотя бы какую-то попытку возврата. И пока что не особо у них все хорошо идет. 4-0. Идут ребята, Левушка вновь прожимает овердайв на паладине, будет подхватывать и у нас происходит залак, но все же он выехал в сторону центра. Дашуля уже на встрече все же еще имеет овердрайв, который сейчас нажимает, убивает нора. Девайс кидает по нему шарик, но Дашуля уже откатывается в бок. И есть встреча от Бриланта и Левушки. В целом, уже никто не помешает этой очередной доставке. Это уже будет 5-0. Да, пока что. Ну, нет никаких шансов. Не знаю, чем это констатировать. Я хочу посмотреть на пик второй карты. Вот, не подскажешь ли ты случайно сразу, мне Если честно, не Иран. Не поз... Во. Вот Иран. А я тебе так скажу, даже Гению, то, что Сандал это пик Арменин mm -hmm. connection И пока у них э, удача на нуле, наверное, против Diamonds. Здесь 5-0. Uh, я лично, лично, я сделаю скидку, то что это первый раунд, честно. Я знаю, я знаю, как и в первом раунде, и, наверное, ты сам наблюдал, когда команда только вот-вот просыпаются, да, и отдают там в нулину, и вот уже последующие раунды они там входят в этот а тонус, в этот вкус, и начинают уничтожать, кстати, лайт забирать на центре овердрайв, между прочим, но пока смотрится ну, никак, никак не смотрится на самом-то деле, просто доминирующая форма от Diamonds. Ну да, и вправду. И вправду, и вправду у нас э, такая картина довольно часто наблюдается, что первый раунд, он не просто разыгрывочный, а вот когда против таких противников, э, имею в виду сильных, как Diamonds, бывают такие команды, э, легкий мандраж у них присутствует, и ко второму раунду они уже отходят и включаются, на самом деле могут начинать. Ну и напомним всем, дорогие друзья, что мы уже избавились от промокодиков. И сейчас у нас действует новая система. Что вам нужно сделать для того, чтобы получить свои заветные ультра контейнеры? Заходите в настройки танков онлайн, настройки аккаунта, далее подвязываете свой Twitch к танкам. И затем все, что вам остается сделать, просто посмотреть трансляцию 20 минут и после этого. Контейнер начислится в ваш инвентарь на Твиче. Это все происходит в вкладке на Твиче. Когда вы нажимаете на своего человечка в профиле справа, есть вкладочка Drops. И на нем вы уже можете нажать вывести контейнер, если вы это не нажали в чате. И, как говорится, контейнер вам начислится. Вот так вот. Такой вот гайд, ребята, да, надеюсь, вы услышали. Потому что много людей задавало вопросов, как, почему, что, где. Вот вам Генин прекрасно все сейчас объяснил. Брилланд доставляет, кстати, кряду. Что 6-флаг. Неплохо. И пока Арменин Коннекшн пытаются найти какой-то ключ от э, двери к Даймонс, да, к, сер к сердечку Даймонс, э, Я сделал небольшой анонс, то что, да, не побоюсь заикнуться. Ожидайте, завтра будет ЧБВТ номер 8. Да, это такой вот анонс для людей, которые нас сегодня смотрят, господа, специально для вас. Вот, можете вот спокойно все уже ложиться спать, так сказать, и готовиться к завтрашнему выпуску «Что было в танке номер 8». Даже больше скажу, здесь сидит еще один человек, который будет участвовать в «Что было в танке номер 8». Как ты думаешь, Гениан, это кто? Смайл. Нет, это ты! Спойлер, спойлер небольшой, да. Да, да, и тем временем у нас уже восьмой флаг подъезжает к штоку. Пока что... Пока что смотрится, конечно, не очень ярко, но все же... Да никак не смотрится. Ну да, да, Ну да. честно, ну, че ну честно. Публика, ну... Просто уничтожение. Даймонсы, да, классно, классно, круто. Что сказать армян Connection э, плохо но опять-таки армян коннекшн уже не особо нервничает потому как э, в группе они играют Даймонс э, и Eruption, а Eruption они уже выиграли в прошедшем матче и они уже себе считай обеспечили грубо говоря место э, в э, проход в швейцарский этап потому как э, ну расклад чтобы они не вышли, нужен только такой, чтобы Eruption выиграли Diamonds хотя бы со счетом, ну, там, 3-0 на Ну, мы же понимаем все, что это, ну, практически невозможно. И, к сожалению, скорее всего, у Eruption турнир может закончиться на этом моменте, потому как группа смерти немножко вот такая вот у них получилась и пока что ребятам ну не очень повезло но будем смотреть возможные переигровки в этом турнире а а и кстати. Да? И кстати, ну да, вот дополнительные игры. И вот, кстати, вот мне очень знакомый ник Бультерьер. И если я не ошибаюсь, такой урок был у тебя э, на твоем турнире. Ну да. Да, да, да. Что-то такое было. Погоди, давай посмотрим просто его чекнем этот. Там потому что ребята, честно, это, мульт. Это мульт, это мульт, да, это сто процентов, ну наверное. Сейчас чекнем. У нас есть э, танки Спорт, ребята, мы всегда заходим туда Если хотим что-то узнать Знаешь, что плохо? Вот знаешь, что, Фрэнк, конкретно плохо? То, что э, есть там, да, куда Где, в чем играл игрок э, Ну, участвовал, но нету Какие прошлые ники Были у данного игрока Вот, что плохо, понимаешь? Так не припомню вообще, кто это Ну, насколько я понимаю, даже прошлые Ники здесь особо не спасли бы, потому что, ну, я, насколько знаю, это мульт, и какого-то э, даже известного прямо игрока, вот я вот вообще вот хоть убей, не могу вспомнить э, какого. Ну ладно, я думаю, это уже не столь важно, потому как, мне кажется, он сейчас сидит, думает, ребята, не вспоминайте, потому что 10-0 в первом раунде. Какой бы это мне был известный, я не хочу, чтобы меня сейчас упоминали. Буду Ничего себе, там говорят инфо, что это Краус вообще. Э, вот, да, вот, ну, кто-то из известных, ну, возможно, да, и Краус. Ну, я, я, конечно, я, конечно, сомневаюсь в этом, ну, возможно, да, ну, конечно, хотели бы Крауса в форме получше, наверное. И вообще, в принципе, не на а какой-то на Тесли, а на какой-то Хоре Рельси или же э, Викинга Молоте. Это не, это не может быть Краус. Краус, да, Краус играл на турнире, такой человек был. И он играл против, да, там не самых слабых игроков, а играл против Unbeatable 1 1. Unbeatable, я думаю, ты знаешь, да, он? Конечно. Титулованный, как мы любим с тобой говорить, титулованный очень сильный соло игрок. Причем Краус не уступал ему, по-моему, там что-то закончился 2-1. Если сейчас это Краус на бультерьере играет, то я тогда не узнаю Крауса, вот так вот скажу сразу. Опять-таки, ховер-корпуса пришли, Возможно, он практикуется. Возможно, он сейчас как раз-таки заменяет своего капитана, которого нет. А насколько я помню, то как раз-таки капитан коллектива Armenian Connection играет вот он. на Паладине. Вот. Он. То есть, возможно, он его... И он, да, он, вот он появляется. И на чем он... Нет, он не на Паладине играет у нас. Он играет на шафте. Очень интересно. Так и Левушка тем временем забирает овердрайв, который пролетел с респаунов. И у Даймонс уже очевидное преимущество в лице овера на паладине и викинга, которые они уже могут реализовать в ближайшем будущем. И Дашуля никуда не будет э... заговорился я уже. В общем, Дашуля прожимает и увозит. Да! Почему бы и нет? Лайт минус. Форса, кстати, убивают. Между прочим, это Молния Маккин. Знаешь, что не сделал в первом раунде? Я не посмотрел, не сравнил шафтов. По-моему, там сейчас Форс как раз-таки на шафте. И Молния Маккин на шафте. Я хочу посмотреть, кто из них будет лучше. А насколько мы знаем, то что Форс это один из лучших шафтоводов в данной игре. И похоже на то, что ну, минута все-таки пройдет, а Бриланд байтится А, он боится Молнии Маккин, все, я понял. Но похоже на то, что будет первая доставка. Ну, не похоже, а так и будет, потому как Форс просто сейчас, ну, идеально отыгрывает, он спустился, перекрыл дыхание своим оппонентам и не дал им пропушить правый фланг, просто в соло сдержал его, и побоялись противники на него ехать, потому как был шарик, и в целом не удалось, и все же это была первая доставка. Левушка тем временем уже прожимает овердрайв на паладине, Девайс его оставляет, а он вполне за ним, все же не догоняет его, и Лайта будет добивать. Бультерьер уже начинает дуэль против своего Визави, И все же под овердрайвом э, не смог его перебить. Но опять-таки оттянули время. И тот самый паладин Овере не смог ничего сделать. Жесть полная. Ну ладно, нет пока еще не жесть. Не жесть, не жесть. Это не 10-0, как в первом раунде мы могли а -а заметить. <coughs> Поэтому пока что держится. Красные. Долго ли будут держаться? Я не знаю, тут бита через. Раз, два. Ты смотри, что Лер творит! Ты смотри, он наказывает, Тор защемился. Говорит, да не трогай ты меня. И все, отъехал. Убили Левушку. Ну вот, плюс факт там, того, что, скорее всего, это хаос Потому как в чате он писал, что была бы рельса, результат бы был другим. А насколько мы знаем, этот игрок. Достаточно много мод-турниров выиграл на рельсе на своей любимой. И вот Дашуля тем временем вот увез уже второй флаг и должен стать, потому как шафт, насколько я понимаю, да, на респахе. Выцелить он его в этом моменте не сможет. Угу. Mm -hmm. Да. Ну, кстати, по поводу рельсы, я не знаю, да, там что там, Краус, ну, наверное, силен. Вот, но лично для меня на молоте он неплохо исполнял. Вот, поэтому как-то так. Ну, такое, не знаю. ХРВР, оно как-то... Да меня как-то скучновато лично. Лично, не знаю. Тебе как вообще формат ХРВР? Я... <с> я и рельса, я с ней на вы. Я с ней на вы. Поэтому а -а -а. Я, я просто благодарю величайший ЦУК за то, что этого формата нету этих лайтов, этих модсов. Спасибо большое. И я бы это никогда в жизни не играл, потому как лица явная пушка, не под меня созданная. А вот, ну, за какими-то тофами я бы, конечно. Ну, я не могу сказать, что я скучаю, потому как я ни один не играл. Но сыграл бы с удовольствием, с большим. Так, и форс, кстати, Доставил на своем могучем аресе уже третий, четвертый флаг для своего коллектива. Ну, пока что. Думаю, не будем мы зацикливаться на результате этого сандала. Потому как было довольно опрометчиво пикать такую карту против Diamonds, которые всегда были э, хорошо известными по мощному сандалу. Э, но, опять-таки, состав, возможно, подменился, и ребята подумали, что. Шансы есть, но... Хотя, возможно, они особо не... на какие результаты и не рассчитывали в данном противостоянии. Вот Лайт уже берет... Ага, Лайт у нас берет Васпоизиду, э -э будет давить Форса, подбирает флаг и умирает. И, опять-таки, Бриланд будет ставить пятый флаг для своей команды. Но Армениан Коннекшн уже начали, конечно, фаниться на этом сандале. Будем надеяться на то, что на Иран они выйдут уже совсем в другом настрое и покажут, что... Они могут доставить хотя бы один флаг. Да, очень будем на это надеяться, на самом-то деле. Там вопросы с чата, действительно ли Левушка это Лер. И знаете, я когда до этого говорил, то, что Левушка это Лер, потом увидел у него тег Ревенджи, думаю, ну, по-моему, Левушка вообще свежий достаточно какой-то игрок. Начинал он, ой, Лер, точнее, свежий игрок, и вряд ли бы он оказался в ревенже да? Или не такая приписка у Ревенджи была, Гена? Гения или Гена, как... Как тебе удобно. Слушай, ну, насколько я знаю, это просто клантех. Ну, типа, ну да, это клантех Ревенжей, в котором, насколько я знаю, как раз таки в этом кланте глава EA 7, ну, который Саншайн, который является капитаном Даймондс. Ну, и, возможно, просто у Лера не было кланте, и он ему такой, братишка, давай в мой кланте. Что ты без кланте оказался? А как же мне интересно. А он и не был в кланте Дримерсов. А, да? Да, Лер вообще это изначально выходец из обычного ММ, и он в обычном ну да. ММ клантехе был, который называется Блиц. Достаточно известный клантех среди обычных ММ-плееров, в котором играют достаточно сильные ребята, с которыми у моего клантега происходит постоянное противостояние. Но Лер уже не там. Да, Лер уже попутешествовал, причем даже очень неплохо поднялся. Начал он путь The Dreamers, потом продолжил свой путь, продолжает свой путь у Diamonds. Но это, наверное, связано с тем, что ушел сотника Ваня. И, собственно, The Dreamers раз Насколько я помню, кстати, не участвуют теперь в турнирах только два игрока из The Dreamers, Это сотенка Ваня и Делич. Да, да за Делича я ничего не слышал, за Сотникова. Он он составе там, он заставит там. Что за Сотникова? А, ну значит, за Сотникова ничего. Ксюа везет 11-й флаг, а еще 3 минуты до конца. Тут уже, конечно, какие-то ну рекорды. Лайт наворачивает круги, ну в принципе. Не, ну это фан. Особо за этим раундом смотреть. Это фан. Это лютый фан. Да, поэтому, ребят, если у вас есть какие-то вопросы там в чате, кто-то хочет что-то задать, или э, кто-то забыл или кому-то напомнить информацию про ультраконтейнеры и как их получить, я, естественно, это сделаю с радостью. Ну, либо же мой коллега майор. Что-что, я майор, да. Я, я просто говорю, смотрю. Но... Я говорю, можем, можем напомнить, как контейнеры получить, если кто-то забыл. А, угу. я просто ни разу не получал контейнер. Они у меня вот тут вот висят в уведомлениях. У меня три контейнера. А ты бы поспешил, потому как они висят у тебя на Twitch ограниченное количество времени. И их нужно выводить как можно быстрее. Насколько я помню, но я не буду утверждать эту информацию, то эти контейнеры висят в вашем инвентаре Twitch э, не больше двух суток. Если вы не вводите, то вы их ну, теряете. Поэтому mm. старайтесь а, суток? Так. так у меня, наверное, уже все сгорело там. Двое, двое суток. А, ну тогда, может, еще и не сгорело. Ну, в любом случае, не делайте, как я. Вот. Вот вопрос, кстати, из чата. Смотри, Генин, как раз таки тебе тоже вопрос, поскольку ты все-таки будешь... Одним, одним из миссировителей на ЧБВТ-8, майор на чбвт атб опять мимо топ-8. <coughs> Там... Как сказать? Ну, топ-8, во-первых, нет на этом РМРе. Есть топ-1-2, есть топ-3-6. Топ-8 — это уже 7-11, это результат да, швейцарской да. сетки 4-2, и это уже не так уж и много, поэтому, ну, АТБ могут там быть. 7-11. Да, 7-11. Значит, получается, могут быть. Значит, не мимо. Да, значит, не мимо. Но, ладно, в любом случае, вы узнаете... А, да, какой план, потому что мы формат сделали, такого формата еще не было. Это вам так скажу. В том формате, который мы сделали данный выпуск, э я думаю, вам понравится, ребята. И вот. Мистер Банана в... возвращает? Да, возвращает. Крутой. Или стоп. стоп. Кого? Вернул он. Да что а, ли он везет все? Я сейчас такой парадокс словил. Угу, я, да. я засмотрелся в чат, я уже просто матч начал комментировать. На стриме самом. А в том моменте мистер Банана чуть ли не вернул. Пока я объяснял за АТБ уже, в принципе, ну, 14-0, конечно. Я таких счетов на Сандале, если честно, не видел. Обычно для меня Сандал — это ассоциация с турбосушкой и минимальными разрывами. Сандал? Да, ну, а почему? Ты часто наблюдаешь Сандалы с большими счетами? Я лично нет. 15-0, я тебе так скажу Я не одну карту вообще не наблюдал. Даже, даже песочницу не наблюдал 15-0. Ну, я на том турнире видел, конечно, там 26-0 было, ну там. Там ладно, упустим. Ждем, Иран. Да Шуля 31 на 9 на викинг. Подожди, надо посмотреть, посмотреть. Я забыл, я уже вышел, не посмотрел. А нет, нет, уж коллектива. Армедиан Колнешн вышел. Понял. Ну. Сколько, сколько же кристаллов забрали Даймонд за эту катку? Вот это они фонд раскачали, я тебе хочу сказать. Там ну, каждый, там? ну, каждый забрал по 5000. Ого! Да ты шо? Не, ну это серьезные бабки как бы. Ну, конечно. Видишь, на овки приходить, конечно, не, не, не этот. Ну, не, да. не, просто, не просто результаты показывать, еще и кристаллики зарабатывать. Ну да, так и есть. Критик либо Хайтик пишет в чате, но все-таки чемпионы. Но сейчас из чемпионского состава вот в данном матче, в данном раунде, в, в данных двух раундах было только три человека. А, Ксия и Левушка – это игроки, которые пришли вот на этот турнир. Да, еще предстоит нам увидеть еще одного новичка. Ракло. Да. Который тоже достаточно хорошо играет на Хантере. И в случае чего он может менять Бриланта по ряду причин, я думаю, из-за пушек, скорее всего. Потому я как, думаю... ну, я знаю, мое личное мнение, я не знаю, возможно это не так, я могу, извиняюсь за это заранее, но я так думаю, что у Рокло в пуле есть тот же магнум и тот же страйкер. И я не видел раньше, чтобы Брилант играл на этих пушках. Mm -hmm. uh, я сразу... <coughs> сразу могу сказать, что у Рокло база паркура. Вот, он участвовал конкурсах, которые, к сожалению, уже да, закрыты вот Да, да, раньше были трансляции с конкурсами, ребята. Паркур был там были движения такие, и Раклотов, да, вот как раз Кисатсмайл был одним из организаторов данных мероприятий, но потом из-за невостребованности прикрыли. Вот это все. Но Киберспорт остался. Киберспорт у нас в душе. Поэтому Роклой это не просто. Он из нокаутов, он из The Dreamers. Ну, The Dreamers он провел только последний турнир. Это получается Winder Rankings 1. И. И до этого он в нокаутах играл, если я не ошибаюсь. Да, именно так оно все и было. Что-то я видел там в чате. Спрашивали, что два контейнера получил, но так и не пришли. Ребят. Смотрите в настройках. У вас в, в настройках аккаунта на Твиче когда нажимаете на своего человечка в правом верхнем углу, у вас есть э, иконочка Drops. И вот вы в нее заходите в Drops, и там можете получить награды. Э, если они вам сами по себе начислены, насколько я понимаю, это должно происходить именно так. Mm -hmm. Наверное. Если честно, да. Я сейчас я еще не тестировал mm -hmm. вообще. Ты тестировал, так понимаю, да? Ну, мне все приходит, я не знаю. Я захожу в дроп, нажимаю кнопку, и у меня все на месте. Ну, это жестко, это халява вообще, ребят. Нельзя пропускать просто. Не знаю. Ультраконтейнеры просто сыпятся за просмотр крутого матча, послушать крутых пацанов. Вот, и. Ну классно. Классно, все равно не знаю. Просто Twitch Drops, ты и сколько и вот и до этого я там и стримил, и сколько смотрел людей. Это не очень простая эта функция, чтобы получить ее на канал, чтобы Twitch ее одобрили, да, то есть. Это, еще все... Надо... Три, ну, надо это надо все. Еще надо. Это все серьезно. И слинковать. Это еще и слинковать нужно, чтобы ну я, насколько я понимаю, это все не просто так делается, это нужны, возможно, какие-то контракты даже между а, играми, наверное, заключать да. и твичом. поэтому Конечно. ну ради вас стараются, так что давайте пользуйтесь. Да. Да, да, да. Так э -э, Лиса, привет. А чё Лаги шо ли? <laughs> и уже все. Какие лаги? Ждем карту. Да. Ждем вторую карту. Пока что счет 2-0. Ну, не будем говорить, в чью пользу все и так догадываются. Думаю, да. ну, сейчас Радион будет контент. иран. Будет иран, который я вроде бы хотелось бы сказать, что ну задефать, наверное, проще, но нет, ни, ну, ни, ни черта, не проще. Да. Сандал намного легче Дефо чем Иран, и я вот если был такой счет на Сандале, я боюсь представить, что сейчас будет на Иране. Хотя на Сандале, конечно, путь между штуками э, будет поменьше, нежели на Иране. Возможно. Возможно. Может у нас новая ссылка на карту? А, возможно и такое. Как ты считаешь? Ну вот есть еще одна ссылка, давай туда зайдем. Да, другая ссылка. Да. Я смотрю, сижу я, походу, Данил и Лайт. Да-да-да-да-да. Да, вот. Вот уже в чат пишут сегодняшний, наконец-то пришел. Два вчерашних в воду. Ну, ничего страшного. Слушайте, это не первый, не последний ультраконтейнер в вашей жизни. И все впереди. вот так что, да, вот, вот так вот. Кстати, так, что? я перебью uh -huh. тебя. И, во-первых, да, хочу принести свои извинения перед тобой, перед э, моим напарником, э, Гениуном. Потому что я только сейчас вспомнил, к сожалению, моему сожалению, и я, мне стыдно за это. У Гениуна было недавно день рождения. Поэтому я, мы, я поздравляю от, вс от всего сердца, от э, проекта шоу-майора э, данного человека. Живи счастливо и кайфуй от жизни. Спасибо большое, майор. Спасибо большое, чате. кто там что написал. Вроде я видел уже, Пашеч писал. Спасибо большое. Э -э, так что сейчас будет уже и ранчик стартовать. И будет для меня большим подарком на мой прошедший день рождения, если сейчас Armenian Connection вывезут хотя бы один флаг. Ну... Ну, или хотя бы, да, как, как мне подсказывает наш оператор, хотя бы потрогают его 10 мне секунд. К... Мне кажется, кто-то злорастует. И злорастует очень сильно, кстати. И это не я, и это не гений он. Это не мы. Ладно, все. Мы не говорили ни к оператора, да, вроде. Ладно, Ни разу не произносили. Если, Нет, что, если что, никто не знает его никнейм, но он был организатором паркурных мероприятий. И он и играет в клане Тим Оркестр в данный момент, или же Диваны. Они попросили называть их, кстати, Дивайн. Ну, конечно. Они, мы. Мы, они? Не, не просто оркестр такой написал, блин, пацаны, можете, типа, называть нас Дивайны, пожалуйста. И такой, да, хорошо. Ну, я не вижу, знаешь, ничего в этом такого стрёмного написать комментатору, если мы не так читаем, а задумка, да, там совершенно другая. Просто изначально, я вообще смотрю, там было написано через Divine, то есть И стояло, а потом они переставили, либо опять сменили, либо мы ошиблись на Е. И тогда уже получается Divine, как ну, жесть полная. Ребята, ставьте один ник, будьте тимпоинтерсами просто, и, и все. Будьте вот именно в том плане, то что... Один, одно название команды на всю жизнь, и все просто. Дай бог каждой команде быть как Team Pointer, знаешь? Ну, и да. сохранять свои составы, и выступать на одном и том же уровне, стабильно проходить финалы, и, честно, я бы всем хотел пожелать таких результатов в этом киберспорте. Да, кстати, кстати, у нас вот сейчас зашел и э э 7 который капитан Даймонсов, и он сейчас катается уже вот на новеньком, на новеньком обкатанном GT Вот эта машинка с колесиками едет. <confused> выбил, выбил он. Покажи, да, покажи его крупным планом, если можно, оператор. Ну, я, не знаю, как-то, знаешь, такой... Чайничек такой чисто ездит. Утюжок. Да, 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 он такой маленький. Миленький, 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 миленький да. викинг, просто. И7 сегодня по моде. Что за корпус у a 7 Это новый скин на викинг. Вот так вот. Надо понаблюдать, хочу тоже посмотреть на этот скин. Классно. Я вот тоже думаю: донатить, не донатить, как ты считаешь? Ну там пак есть за 300 контейнеров. Знаешь, что, что я было? считаю? Знаешь, что я считаю? Я считаю, да. что нужно смотреть стримы, включать да. дропс. И выбивать с ультраконтейнеров, контейнеров которые вы получаете здесь. Вот, что нужно делать. Ну, конечно, если есть желание, то можно и купить, и купить спецпаки, попытаться. Да, выбить и... эту бибику. Бибику. Там еще и гром есть, GT. А, да? Да, там сочетание вышло. Да ты что? Ну, зачем ты байтишь? Ну, я сейчас пойду, ну зачем? Я сейчас пойду привязывать аккаунт. Или донатить сто процентов. И. И кстати, кстати, можно заметить, прямо сейчас A7, и 7 Дашуля и Бриллан катаются в той самой краске. Легендарной краске золота. А чемпионы. Да. Краски золота, чемпионы. Действующие, между прочим, чемпионы. Сам да. да, и вот, кстати. Этот турнир уже идет такими семимильными шагами. Вообще, имею в виду весь сезон не не турнир даже а сезон и казалось бы второй РМР вот только начался а мажор то уже совсем не за горами уже вот считает только заканчивается этот РМР там будет я думаю не так уж и много времени на отдых у команд или будет mm -hmm. честно я не смотрел расписание но насколько я знаю то мажор должен закончиться к новому году и ну да вот там уже понимаю. будет интересно смотреть потому как те же Diamonds пропустили первые РМР, и, возможно, такие такие чемпионы будут стартовать с сетапа претендентов. Mm -hmm. А не с этапа легенд. И, кстати, ну да, да. Тем временем упал овердрайв, под который уже движется Брилланд, врубает нетру. И все же он смог законтролировать, нор не успел. Кстати, мне вот очень интересно, уже сколько раз поменялись игроки на разных сочетаниях за это время со стороны Armenian Connection. Вот тот же Нор уже играл и на Викинге, и на Крусейдере, В этом раунде он уже на Паладине. Ну, пробуют. А Я думаю то, что они уже заведомо понимают, что нужно пробовать все, тренироваться против самых сильных. Не самого только интересно Armenian Connection играли ли ТКВ против Даймонсов. Есть ли у тебя такая информация или нет? Я думаю, что они не играли ТКВ против Diamonds. А возможно, и играли. Информации у меня точно нет, но я догадываюсь, я думаю, что они не играли. Брилл тем временем прожимает хороший овердрайв, стопит молния Маквина и уже увозит в сторону центра. А молния Маквина ничем ему не может помешать, потому как Эми эффект до сих пор не спал. И все, что он ему там накидывает без ДД, урон не принесло. И одна минута, один флаг. Интересно, будут ли сохранять свою кондицию. Diamonds, и будут ли они пытаться вывозить один флаг в минуту. Почему бы и да, почему бы... Ну, я не знаю, если они не устали уже... Как бы, ну, 15 флагов в ноль. Они могут сохранить кондицию, знаешь, какую, чтобы их соперники не привозили флаг. Вот это они могут сохранить. И, наверное... О, Левушка, бред, ничего себе! Капитан команды Арменин Конекшн, Моня Маквин сейчас спасает. Кстати, эту доставку убивает двоих, и EA7 туда же отправляет Диксон. Ну и все на этом пока что Да Еще и, и овердрайв законтролировал. Молодчага. Большой да я не бред. могу, честно, остановиться, смотреть на EA7. А какой же смешной этот викинг. Он рядом с хантером такой. Два хантера катаются. Я жду, когда будет отдельная механика. Прям конкретно, когда начну добавлять корпуса, либо скины с какой-то отдельной, прикольной механикой. По-моему, у пушки Гаус, да, в каком-то скине рожки встают. Или это у каждой пушки Гаус? Да, у любого скина. У нее ушки поднимаются, это как символизирует то что лаус начинает сводку делать ну то есть не -не -не. Его... А, а когда вышел вот этот вот UT, там не было никакой особенности у Гауса. Ну, они у него просто красивее и все понятно а ладно. так а так особо там ничего такого ну просто скин то есть уникальной механики как ты говоришь никакой не было и, и тем временем нор смотри зашел на базу противников и вот уже приближается к своему штуку но он это делает на одной ДД. И с обратной стороны, Левушка все же э, отвез флаг. И7 уже заходит, будет пытаться возвращать, но происходит пролаг. И интересно, будет ли возврат в этом моменте. Э, на самом деле, Ого. видишь, интересовались мы по поводу. Ого-го. смогут ли армян Connection потрогать, они просто потрогали, они увезли. Но лах какой-то у нас затяжной. Да, и прям конкретный, очень серьезный. И хоть бы это не продлилось слишком долго, потому что чревато это большими последствиями. Ну, это до сих пор просто еще идет, чтобы вы понимали, да? О, вот-вот-вот. Повыкидывало игроков отлично. Ну не очень, да. Отлично, но не очень. для красных. У меня Левушка просто. Такие телепорты. Ладно, нет, все, погнали. Во, все, да. Позаходили, позаходили. И Левушка будет брать очередной флаг, повезет ли он его куда-то? На лаге, все же продолжается. С пингом какие-то проблемы присутствуют. Сбрасывается флаг, и вот какие-то дергания страшные происходят. Интересно, что же будет дальше происходить. Да, девайс просто вылетел. Да, я наблюдаю сейчас... А, ну жестко. Мы пока еще... Мы... Мы, еще пока сидим, а вот... Нас пока еще не кикнуло. Да меньше и меньше игроков, кстати, становится со временем, ты заметил? Да, и меня тоже следом за нашим оператором. О, вот это жестко, кстати. Смотрите, что написано. Э, пересоздайте карту, счет. А, понятно. Начнут раунд со счета 1-0. Да. Да, да, да. Я понимаю, это так. Ну, придется тогда ну, выходить. Да, ну, хорошо, ладно. Ждем пока что. Скорее всего будет э, переигровка данного раунда. Вот. Ждем. Да. А пока. Пока. Можем обсудить то, что... Происходит у нас там параллельно. Какие у нас вообще матчи были сегодня? вот И вот закончили ли они свое противостояние, либо они играют все еще. Нет, вышли уже, ребята, по-моему, там. Все, и какой же счет там? Сейчас посмотрим. Сейчас смотрим. Просто смотрю то, что в комментаторской будке наших напарников нету, значит, они уже пошли спать. Да, феечки выиграли 3-1. Все же закончили, кстати, кампэкнули. С... Стартануло все с... в 1-0 в пользу коллектива. Айду. Mm -hmm. Это да. Это конечно такое. Айду, айди. Айду, айди. Я, кстати, зашел, думаю, кто это, что это, потом смотрю, там клэп играет. Старина Клэп, и спай, и старина спай. Кто там еще? Реактив есть, и регуляр, и модул. <годно> <годно> да, не, не молодые игроки. <годно> Быв, бывалые, бывалые. Да, бывалые, прям конкретно бывалые бы так, наверное, сказал. Клэппи я еще помню, по-моему, по составу из Мерсифул, да? По-моему, он там... Эй, а, какие? Нет, 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 не Мерсифул, а... Ä, Sincerity Advanced, кто помнит <къех> такую команду на танке спорт? У них щиток такой был, и SA там было написано, вот, точно. Так, ну все, теперь меня выкинуло. Ну, будем ждать. Будем ждать новую карту, которая уже вроде бы как. Появилась, да. Да. А ссылочка появилась? А, да, сейчас. Вот он. Вот же она, вот же она. И вроде бы как все ок. Сейчас будем смотреть. Отлично, заходим. Да. Зря, зря, знаешь, а, все, тут уже команды готовы. А, знаешь, жаль, нельзя начать именно с того времени, прям, да, конкретно, и со, с того, того счета. Ладно, с того счета уже мы сейчас будем начинать. С того времени, Просто мы упускаем сейчас лишнее время, которое команды по факту отыграли как надо. То есть, да, там сколько, когда... Когда там начались лаги на седьмой, минуте, на шестой, вот эти вот три минуты можно было бы сбросить, к примеру. Ну, а зачем играть просто командам опять заново эти три минуты? Ну... Не знаю, ну, это все по правилам. Игроки на правила соглашались, там все прописано. Поэтому, по факту, по факту получается по факту, так. По да. факту, да, судейское решение всегда остается самым главным. Mm -hmm. И кто мы такие, чтобы их вот в чем-то там упрекать? Никто. Комментаторы. <laughs> да? Падает да. овер, кстати, с рестарта, и Диксон все же законтролировал его, и первый овер все-таки уходит в копилку коллектива Armenian Connection, которая в том раунде даже, возможно, если бы не Лак, доставили. Да. Ну, сейчас должно все начинаться с 1-0 за даймондсами. А там дальше уже будет развитие каких-то событий, не знаю. Пока, кстати, не доставляют, что самое интересное. А, наверное, не хотят, чтобы овердрайв накопился или как? Это работает. Не-не-не-не-не-не-не. Тут просто условно. Мы сейчас у нас на табле 0-0, но мы заранее представляем, что уже 1-0 даймондс ведут. А так игра как игра. Ничего О. отличительного. Просто на, на таблет сейчас 1-0 в пользу Diamonds уже заранее. Да. Все хорошо, понял. Мы с этим пририсовали 1-0 к Diamonds. И, И смотрим. Так, по составу тут девайс Light Nor Макмин Диксон. У ребят из Diamonds тоже без изменений, в принципе. Ну как тоже без изменений. Там бультерьера, бультерьер вышел, да, ты, по-моему, прав. Что-то было такое. Бультерьер. По-моему, это Краус фейка заходил. По-моему, это реально Краус. Ты мне сейчас вот э, что-то вот... Да, уже там подтверждающих фактов было, думаю, предостаточно, что это Краус. Опять-таки, раньше он в этот формат, я вроде бы его не видел. Не в первом э, мажоре, имею в виду зимнем, который закончился летом. Ну да, чуть-чуть. А, стоп, или летним. Да, летним, что я уже наговорил него. Поэтому второй овер опять уходит в копилку Armenian Connection. Диксон уже прожимается на базе противника, убивает Дашулю, остается фуловым с аптекой, уже дергает достаточно далеко флаг. Сия уже не сможет никак помешать. Он Маквин ему помогает. Девайс будет встречать Бриланта, и Диксон уже заходит на ковры. И есть... Первая доставка. И это считай, сравнение счета ага. уже 1-1. Ну, а, видишь, мы хотели, чтобы они доставили. Хотя бы потрогали флаг, они уже его доставили. Да. Молодцы. Это прям сильно для них, на самом-то деле. <как> С учетом двух прошедших раундов, когда там они 0 доставили флагов. Ну, здесь я думаю, это уже прогресс на самом-то деле. И 7. Погибает, Левушка. И кстати, не стоит и даймоссов расставляться, потому что это часто бывает так, что команды могут ставить звезду. И просто уже не играть, да, понимая то, что их соперники, ну, по факту они ничего не могут. А на самом-то деле они такие, а это байт, а это просто байт, мы вот решили вас развести э, на эмоции, и по итогу как-то так вот и получилось. <laughs> и в итоге по раундов бы ранее Армениан Коннекшн заберут. Просто представь себе это. Да, летит шарик от Дашули, Брилан прожимает превосходный овердрайв. И сейчас полный тимвайп, уже там 8 или 9 килов подряд убивают всех даймонс, но Бриланд выбирает э, не очень безопасную для себя траекторию. Девайс сейчас будет его убивать, и Нор уже мчится на возврат. Э -э, Ксе выдает хорошую сосулю в центр, по-моему, и да, Маквину. Да. И, возможно, сейчас будет контролировать. Девайс не успел. И по итогу пока что все еще 1-1. Да, так и есть. Так, есть, э, э, так, а, все, там не получилось, я понял, нужно ехать э, заново. Ксия, 7 попытка, там он не Макмин пока на дефе. будет, э, надо будет его раскулащить хорошенько, потому что но ну, он все-таки на матрасе, Если он все же выходит победителем, что самое интересное, он не Макмин сам убивается. Левушка должна быть какая-то передача, лайт э, минус один, Левушка справляется, с лайтом э, нужно подбирать флаг, но чревато последствиями. Да, именно так. И все еще, все еще дефают. Ну, слушай, и раны, вправду, играют они намного лучше. Да, однозначно. Тут они должны что-то показать. Но они уже показали, как я и говорил, по истечении двух раундов, это, мне кажется, уже заведомо самый сильный раунд. И правда, и правда, это так. Но, опять-таки, 7 минут еще на таймере, возможно, даймонд сейчас под вот, включится и сделают свою работу, так скажем. Дашуля уже держит на сфотке Нора, который выезжает на него. И пока что и... И Севен уже который раз пушит по правой стороне своих оппонентов, но опять-таки есть еще много танков навстречу. Лайт вновь подбирает флаг, уже будет вести в сторону центра. Дашуля не имел ДД и в итоге не добивает его. И Лайт уже достаточно далеко зашел. И Севен прожимает овердрайв, но опять-таки флаг еще не возвращен. Ксия запускается с по девайсу, молния Маквин был пробит но и за эту птичку, но опять-таки вы должны добивать, но возврат будет? Нет, не будет, Нор все же добивает. И возможно сейчас это будет сравнение, выход вперед, но левушка уже, и левушка на овердрайве все же похищает флаг своих оппонентов и отвозит достаточно далеко. При этом, имея еще один нор, бросает флаг под болния Маквина и бросается в погоню. С обратной стороны там уже летит шарик на атаку и... И Севен уже находится на респах противника вместе с Брилотом, который тоже имеет овер на Хантере. Это жестко, мне нравится, как Арменин Коннекшн включились в игру, наконец-таки Ксия! Ксия! Я бы сейчас заорал, ну ладно, не буду, уже слишком поздно. И 1-1. Ну, получается 2-1, как бы, да, у нас один флаг в уме. Вот, но Ксез решал, прям на Крусейдере залетел, убил там все как надо, сделал. Молодец, его стоит похвалить. Бриланд на хайграунде с рикошета, неплохо наваливает по нору, но он пока что ничего не может с ним сделать, просто прячется. Бриланд, видите, о, как он классный сейчас на раскачке, а вот все, инфа прошла, Бриланд спрыгивает, поскольку девайс там уже начал в него целиться. А, девайс, наверное, вообще подозревает, то что... Да, я должен убивать Бриланта. Да. Да, Левушка вновь с овердрайвом под респам противников. Но вот мне очень нравится, как Левушка играет на паладине. Он выигрывает безумное количество времени для своей команды. Причем это могут судить не только по результатам данного матча, но и по результатам наших с ними ТКВ. Ребята играют на реально крутом уровне. И Левушка, как Молодой урок показывает тебя, ну, на очень хорошем уровне. Да. Вот так Нор, Нор прожимается с лайтом. Они уже заходят чересчур далеко глубоко в респы своих противников. Но сейчас их полностью зажали. И Левушка э, с верхнего этажа просто уничтожил атаку своих оппонентов. И вот сейчас вроде под собрались и начинают играть свою игру. Думаешь? Думаешь, все-таки играют? Но пока что Лайт заходит в атаку, а там смотри, сколько мин, если кого-то убьют. А кто это? Это Дашуля. Если Дашуля тычка, ты посмотри, вся эта вот эта вот минная оборона, она посыпется просто-напросто. Все, Дашуля есть крем комплект, нужно передохнуть, немножечко убить Молнию Маквин. Молния Маквин погибает, остается Лайт и Диксон. Может их по-быстрому так поддушить. Вот если он на своей машинке уже, кстати, выдвигается за красным выемпелом поднимает его на молоте пытается еще параллельно отстреливаться. Левушку подхил. Ой, Левушку подхил. Кто-то на аресе там кинул шарик. Это был Шуля. Да, и смотри, он уже кинул вроде там шарик, а уже на другом фланге оказался. Ну, и это еще очередная доставка за даймонсами. И Левушка уже на конвейере, едет через центр, пробивает всех своих оппонентов и довозит до своей команды. И все же дефают вновь в шток Даймондс, и это уже 4-1. Вот сейчас, да, они вот подсобрались и начинают хорошо прожимать увердравы и вследствие чего постоянные увозы сейчас происходят, беспрерывные. И начинается та самая давка от даймонса. они просто сжимают своих оппонентов а на респе и перестают. Я просто смотрю в килл-чат и... Mm -hmm. Как же много киллов они делают. Да, по факту. Да вот табуляция, если просто открыть, посмотреть на красных, 10, 10, 5 идет нор, минимальное количество киллов у... А, ну там бриланд 7 идет, ладно. В принципе, неплохо. А вот э, дошли три смерти за 7 минут? Ну, арес. Еще и на шафте. Ну да. Глубокий деф. Дистанция. В принципе, ну, да. В принципе... Ты что делает Молния Маквин? Просто чилит. Почему бы просто не полежать? Он, да, Кстати, не делитался. Они Да. Они... Кайфарики. Тайфарики. Диксон все, кстати, попытается сейчас против двоих сразиться. Я просто офигею, если он двоих развалит, но, наверное, это нереально. Танцует. Слушай, ну долго жил он, между прочим, и Диксона еще успел перед смертью ему в лицо плюнуть, скажем так. Ей Севен. Ей Севен, а на что ж ты надеялся то друг? А на что он надеялся? Я не, не могу дать ответ на этот вопрос. Не знаю, мне кажется, это уже Fun? Даже для, для самих Даймондсов тоже фан уже начался. Ну, будем откровенными, типа, они сейчас на этом раунде играют, ну, не основой. Почему? А, -а чем играют? Ну, я имею в виду не основным составом. Ну, здесь сейчас э, выходит и 7, который больше известен своей команде, как э, капитан э, с банки, который всегда вещает рассказывает своей команде, что, где, как, контролирует овер. Ну, берет на себя достаточно большое количество задач, при этом не находясь на карте. Но в этом раунде мы его наблюдаем на викинге. Ну, по прошлым сезонам я такой вывод могу сделать, потому как саншайны и вправду редко появляются. Мало, на мало карте. было, да. 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 Согласен здесь с тобой а -а -а. полностью. Плюс, О но, основной шафт, форс. Форс. Ну, форс. Ну, Форс сейчас дошуля, видишь, зашел вместо Форса, Форс начал ушел. Раклони мы так и не увидели. Увидим ли мы его в последнем раунде? Пока что это стоит под вопросом. Вот. Но ну, а последний раунд он будет. 100% его надо отыграть. Да, независим уже от результата в этом раунде. Но мы уже, в принципе, все понимаем. Я гений, оператор, зрители, модераторы. Все, кто смотрит, то, что ну, здесь все. Ну, Нор везет, Нор везет на овердрайве, но опять-таки. Добивает, и он сразу выходит, и остается втроем а, коллектив. Армениан Коннекшн. что они втроем, это значит, сейчас возможно засчитать техническое поражение. Хотя тут и до обычного поражения остается всего-то 20 секунд. Опять-таки интересно, выйдут ли Армений Коннекшн вообще на следующий раунд, потому как нужно играть все четыре, а это только третий. Знаешь, что надо сделать? Я у себя не помню, это давно уже было, делал я на Вандерлиге такое, такое движение или нет. Но я помню, что я хотел это сделать, если не сделал. Надо сделать КО. То есть нокаут. Команду, ну реально, типа, вот как мы смотрели, там 14-0. Если там достигает какое-то есть процентное соотношение, например, да, если команда идет там в разрыве, побеждает другую команду в разрыве в 15 флагов, мне кажется, ну это все. То есть заведомо раунд должен быть уже закончен. Лично как по мне. Ну это так, к примеру просто. Да? И, это... Сухая просто? Да, 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 просто. Не, не сухая, а разрыв 15 флагов. То есть, ну, к примеру, соперники доставили один, а вы доставили 16. И... А еще играть там минут 15. Ну вот он и получает финское поражение. Игрок, мол, не Маквин, играл без... Понятно. Как-то так так и все же заходит заходит на последний раунд да да не самая лучшая игра конечно это сто процентов я могу сказать от connection коннекшн я думаю они в принципе шли сюда и вот ракло заходит между прочим может и мы его сейчас увидим вот вот поэтому да смотрим Арвенин, да, коннект да, уже, я думаю, заведомо понимали то, что это будет тяжело, но все равно как-то мне не нравится. В любом случае, киберспорт это, это лично для меня, все равно, что спорт, и тут должна быть дисциплина какая-то. Вот эти вот ливы за минуты до конца, ну как по мне, нужно доигрывать. Даже да. если уже подгорает. Бриланд пересашивается на викинг. Вот почему же Рокло зашел. Собирает своего Хантера себе в руки. Интересно, Брилланд останется на Викинге на этот раунд? Потому ну, как вроде E7 я не вижу. Смотрим. Ну, да не, все, мне кажется, уже составчик-то собран. Дашуля, все Левушка и э, роклой Бриланд. Вот так вот. Получается. И, кстати, что самое интересное, форс то играет, между прочим, да? И, ну, играл у нас э, в раунде, да. В первом, в втором раунде да. форс был. А мне этот человек сказал. Ну ладно, не буду ничего говорить. Не хочу. Ну, не спойлери тогда. Да. Потом. Наличных на личных, э, поговорим с тобой. Падает овер на центре. Под который Бриланд уже выдвигается. И сейчас, возможно, заберет Оверновик. Да, он все же э, забирает его и. Пока что не очень быстрое начало, не очень темповое, но уже находится под респаме противников Diamonds и э, Пока что таки у них прерываются одна за другой. И пока что не факт, что за первую девятую минуту у нас у вас будет. И тенденцию пока что Diamonds за прошлый раунд не сохранили. Тоговый счет все же был 7-1 за 10 минут. Ну и в прошлой игре взяли один флаг, поэтому 8-1. Факт, за сколько за 13 минут? Хотелось бы, конечно, рекорды видеть. Да. А мы опять, кстати, небольшой пролаг и... и снова пролаг. А, вот, вроде что-то пришло в себя, если я не ошибаюсь, Брилан там стреляется со всеми на ультимативной, теперь ПВП с девайсом его ожидает, там Молния Маквин, ой, Дашуля помогает, да, Брилан, кстати, очень интересно, я думал, что это Молния Маквин, а, дал он, поскольку он был на аресе. но это Дашуля оказался в нужное время, в нужном месте, Бультерьера переворачивают, правда, нужно гнаться еще за молнии Маквин, он там разрывать дистанцию. Как бы то ни было, Левушка сейчас этим будет заниматься. И вместе с Ксио зажимает его с двух сторон. И да, проблемы испытывает молния. Это возврат будет, да. 1-0. 1-0. Лайт тем временем за контроль ловер. Бультерьер уже подбирает флаги, будет пытаться вывозить. На левый фланг и отвозит достаточно, достаточно далеко, но Ракло уже тут как тут, навстреча. под Ксио и возврат. С обратной стороны заход Diamonds, э, насколько я понял, не увенчался успехом, потому как флаг лежит не на своем штоке. И как раз-таки Армениан Connection не сильно спешат его вернуть, хотя стоило бы, потому что Ракло и Ксия уже подъезжают к нему. Но опять-таки есть шарик у Нора. Он его пока что не бросает. Ксия будет работать на подборе. Молния Маквин уже едет на него. И, возможно, сейчас то самое время... Дабы отдать сосулю в су суицид, и... чтобы не потерять флаг. Но, опять-таки, зажался он к стеночке. И получается, у них сохранить этот флаг. И... Бультерьер вновь и вновь увозит. Да. Попытки эти есть. Да, ли, там тоже с флажком стоит, между прочим. Так, хорошо. Левушка без овердрайва кидается на Нора через Теслу, через шарик, точнее, в принципе, неплохо убивает. Как ты думаешь, кстати, давай тогда такой вопрос. Как тебе вообще Тесла на Иране, можно ли чем-то заменить? Каким-то продумом, к примеру. Оу. Насчет Тесла Иран круто. Насчет заменить продувом. Нет, нет. Нет, не не не, не, а, не во-первых да. во во у Теслы самый большой, самая большая дальность атаки среди других всех продувов и она mm -hmm. бьет через шарики вправду достаточно далеко и в какие-то моменты кажется что она может рикошета на дистанции ну конечно я утрирую но опять-таки Тесла и вправду далеко бьет если грамотно использовать шарик это раз два что Тесла эффективно работает по э, большим толпам Три, цепная молния намного полезнее, нежели просто там продув фреза сквозь своих союзников. И урон самой Теслы намного больше, нежели у других продувов, поэтому, скажем так, что Тесла незаменима. Можно но... рикошетом, можно рикошетом, можно молотом, мы такое видели, но не другим продувом. Ну, возможно, это и можно использовать, но я такого не видел, и я не думаю, что это будет работать. Угу. Хорошо. А эффективность э, скорпиона будет э, на Иране или вообще на какой карте как-то считаешь? Я невероятно жду скорпиона. Да невероятно, прям. Невероятно, я жду скорпиона. Потому что это поменяет вообще все. Ага. Э, все сетапы с шафтами будут ну, просто страдать. Ну, да. но, опять же, Иран будет э, не картой для Скорпиона, потому что он, когда даже запустит свою сводку, за любым домиком ты спокойно прячешься, и сводка летит в молоко. Ей можно да. будет выигрывать время, но она не будет столь эффективной. Но вот я уже предвкушаю э, тот же сандал и тоже плата. Ну, как там вот эти шафты стоят, кемпят и просто летит по ним. Вот, одна за другой, одна за другой сводочка. Mm -hmm. И просто портит всю малину, скажем так. Короче, ты считаешь, что, что а, Скорпион просто вытеснит а, шафт, да? Это будет первая прямая контра, можем mm -hmm. так сказать. Сейчас, на, на, ну, по моему мнению, субъективному, я считаю, что, ну, единственная контра-шафту это такой же крутой шафт с обратной стороны. То есть, ну. Только mm -hmm. шафт может законтрить шафта. А вот тут уже появится э, пушка. С которой будет это делать невероятно легко. Ну, получается так. Посмотрим, каково это будет. Ксе почему-то игнорирует лайт. А лайт хочет с ним законнектиться, Блин, он пытался помочь не получилось. Теперь э, Лайт едет убивать еще и Левушку. Вот Левушка наконец-то реагирует. Оформляет даблкил, между прочим, бультерьера и Лайт отправляет на похороны. Э, переворачивается. Вновь бультерьер. Классно, здорово. Не в духе. Не в духе, явно. Э, данный игрок. 3... Играет 3 на 18. Э, э, да, кто мне, мне скажут то, что счет в табуляции не важен. Важно то, что делают игроки у нас на карте соответственно, естественно. Ну и, кстати, три минуты это до конца, но один-то один идут. Флаг-то вывезли. Да и Даймонс уже как-то расслаблено, если честно. При большом, мне кажется, желании они бы закрывали их, как хотели бы, если честно. Ну, не знаю. Может, один, быть. один... Может, подустали, знаешь, вот этот весь потенциал, вот этот весь напор они оставили на сандале, когда закрыли 15-0 Armenian Connection. Я так сказал, 15-0! Ну, ну просто. Ну и вправду. Счет, ну, конечно, ну, не, не, невероятный. По-другому и не назвать. Просто сказать 15-0, но ну, это не 15-0. Ну, это, да. это прям 15-0 конкретно. И все же выходят вперед. Diamonds. О. 2-1. Ксиа уже на доставке, но через МИД едет бультерьер если со слайтом, которых. Еще не добили, но опять-таки уже неблагоприятная ситуация для паладина синих. А прожимать овер в таких ситуациях, естественно, ну, нельзя. И он этого не делает. Две mm минуты. -hmm. Uh, есть шанс у Armenian Connection, как минимум, вничу идти в этом раунде. А это, ну хоть какие-то раунды нужно забрать. Возможно. За ничью что-то дают за ничью вообще? Сколько очков дают за ничью? Одно. ничего не дают, одно, да? Одно, одно. Угу. Вот. Ну, естественно, лучше бы победа. Но, возможно, скорее всего, не будет. Там все, кстати, заходят с фланга, выключают бультерьера, Молнию Маквин все не реагирует. На это все должны закрывать. Теперь Левушку. Левушка хотел улететь, не получилось. Вот какие-то правлютые размены. Дошуля отомстил за Левушку, бил молнию Маквин. И овердрайв на центре. Падает. Да, который будет забирать Бриланд. Хотел сказать, но ну, Молния Маквин прожимает очень хороший овердрайв на Викинге, тем самым убивая троих оппонентов. И сейчас по факту Респы Даймондс находятся в очень, плохом ситуации, в очень плохой ситуации. Но опять-таки не имели уже расходки коллектив Armenian Connection, дабы что-то там сделать и вывести. Но все еще есть одна минута. Бультерьер все еще имеет овердрайв, который он почему-то до сих пор не прожимает наверное, хочется следующего респа, но времени у него уже вряд ли хватит, и нужно было это делать сейчас, на мое мнение. А Мония Маквин сейчас стоит наверху, тоже пока не прожимал, но у него-то время еще есть прожать, потому как ему особо далеко выпушить не нужно. А Бультерьеру стоило нажимать еще тогда, конечно, а не как сейчас. Ну, в принципе, я думаю, это чистый фан, и... Бультерьеру надо было остановиться на мод соло, мне кажется, вообще, если честно. Он вообще Краус играл когда-нибудь в команде? Ты помнишь, что есть такая информация? Так, конечно. Это бешено титулованный игрок. Это очень титулованный игрок. Нет, в команде именно 5 типа человек в таком плане. Он играл, когда было 10. Понял. Просто я Крауза не узнаю. Это лично для меня это не Краус, не знаю. Но. Тут Крауз сильный просто. Это новый формат. Это новый формат. Который он не играл до этого, вообще. И плюс э, матч против чемпионов, чего мы и хотели? У меня просто на нулях. Я могу э, его оправдать. У меня на нулях зависло, а у тебя. В на нулях зависло. Ты, у тебя. Ну, идет. Да, 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 раунд, раунд закончился. По итогу Даймон его забрали. Обеспечили себе 4-0 в данном противостоянии. Так. Лах есть лах, ничего страшного. Не самое. Лично скажу, да, можно скажу я. Это не самая была продуктивная и интересная игра, наверное, по моему мнению. просто увидели доминирующую позицию Diamonds. Они сидели на спине у Armenian Connection и били э, их кулаками по, затылку, э, кулаками по затылку. Вот. И немного копчиком еще, коленочкой добавляли. Поэтому, ну, молодцы. Хочется увидеть уже Diamonds э, с более сильными коллективами. Что ж, я скажу всем спасибо, до скорой встречи, и финальное слово передам моему напарнику Гениум. Да, возможно, для кого-то был не сильно интересный матч, но я уверен, мы в любом случае хорошо провели время. И прощаться уже и вправду нужно, поэтому всем до скорого. Ждите завтра или когда, когда у нас следующие матчи получается. Ну, в общем, до скорых встреч.